Привет, друзья! Хочу вам сегодня рассказать про мудрый прорыв, прорыв в финансовой сфере. Что такое мудрый, вы наверняка помните, я рассказывал уже об этом. Это в индуизме и буддизме символичное соединение рук, при котором открываются энергетические каналы и снимаются энергетические блоки. Итак, мудрый прорыв в финансовой сфере. Она нужна тем, у кого реальный финансовый застой. Нет работы, нет дохода, нет денег, нет зарплаты. Тем, у кого стабильный доход, эту мудру делать не нужно. Только тем, у кого реальный застой. Как мы делаем эту мудру? Сначала мы снимаем с рук все, чтобы не было ни колец, ни часов, ни браслетов, ничего. Чистые руки. На уровне груди соединяем так, чтобы основания ладони были соединены. Соединены вот так вот большие пальцы и мизинцы. После чего соединяем средний палец. Так, чтобы указательные и безымянные торчали свободно вверх. И думаем 2-3 минуты о том, что нам необходимо. О тех деньгах, о доходах. Как вы хотите это получать, зарплаты и так далее. Думайте о своем финансовом благополучии, держа так вот мудру, не разъединяя рук. И все. После чего, естественно, мудру можно повторить вечером или каждый день ее можно делать. А в принципе, если вам интересно, чтобы я рассказывал про мудры, напишите в комментариях, потому что у меня есть много что вам рассказать. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте супер спасибо, становитесь спонсорами канала, я вам буду очень благодарен. Всем удачи и спасибо!